Театр – безопасная территория. Здравствуйте, с вами дежурная по театру Оксана Романова. Но это не выпуск театральных новостей, а рассказ о новой жизни моих коллег. Тех, кто 6 дней в неделю, кроме понедельника, дежурит по театру в условиях пандемии. Когда вы приходите в театр, вы встречаетесь с контролерами и администраторами. В последнее время работы у них прибавилось. Проверить билет, измерить температуру, напомнить о маске, предложить дезинфектор и считать QR-код или, рассмотрев справку, сверить ее с вашим паспортом. Приходите в театр заранее. Затем вы направляетесь в гардероб. Гардеробная служба – работа на выносливость. Чем холоднее сезон, тем тяжелее верхняя одежда. 300 зрителей, 3 окошка, в каждом сотню шуб и пальто принять и сотню выдать. И все это в масках и перчатках, которые меняются регулярно. В фойе и зале вас встречают контролеры, настоящие стражи порядка. Они помогут найти вам ваше место в зале, призовут к порядку любителей телефонных разговоров и фото со вспышкой во время спектакля и взбодрят каждую сползающую на подбородок маску. Ведь средства индивидуальной защиты должны прикрывать рот и нос. Кстати, к этим службам можно обратиться, если вы что-то забыли в зрительном зале. Они работают и как стол находок. Вы проходите в зрительный зал, а в фойе появляются настоящие театральные ниндзя – работницы хозяйственной службы. Они устраняют следы уличной обуви на театральном паркете, пока вы находитесь на спектакле. Они же, кстати, чистят кресла и подлокотники, дверные ручки и все, чего касалась зрительская рука. Целая армия театральных служб работает для того, чтобы театр был безопасным пространством. У каждого сотрудника есть прививка или отрицательный ПЦР-тест. Присоединяйтесь и вы. Создадим вместе наш коллективный театральный иммунитет.